Дорогие друзья, сейчас вновь приглашаем на сцену Ильмиру Галееву. Она прочитает стихи заочных участников фестиваля номинации «Поэтический конкурс». Александра Аникина из города Козловка, Чувашия. Что ж ты, девочка, смотришь, как загнанный зверь? Разве девичье дело жестокая рать? Коли было бы мне из чего выбирать, я бы выбрала верно, уж ты не поверь. Я пекла бы блины, добелила бы клеть, только выбора нет, кроме насмерть стоять. Чтоб в руке запотела меча рукоять, чтоб минут не хватало себя пожалеть. Коли бьется на равных уставшая мать, коли за спину пятится храбрый твой друг и смертельно сужается вражеский круг, коли есть, наконец, мне за что воевать. Если вдруг меня кто за себя отшвырнет, чтоб живым стать щитом и собой заслонить, чтоб врагов моих в хлам покрошить, разгромить, мой клинок отберет и назад не вернет, лишь тогда я расстанусь с мечом. Воронье уберется с насиженных крыш, стану кроткой, как лань, и тихой, как мышь, и уткнусь, и заплачу в стальное плечо. Елена Калякина из Саратова. Белая линия от самолета режет окно на два. Я живу высоко, чтобы работа меня не свела в подвал. И вообще не работаю, чтобы уже не спускаться вниз. Штопаю облако, будто лед так лег и в окне завис. Татьяна Стафеева из Чкаловска Нижегородской области. Старый дом. Он так обижен, все о нем забыли. Упал забор, зарос кустами двор, лишь чей-то кот, по виду явный вор, старательно крадется среди пыли. В нем не живут ни месяцы, года. Туда не входят, будто из опаски. На стенах виден след от старой краски, так, словно дом краснеет от стыда. Чтоб спрятать от прохожих запустение, забиться в зелень сделал он попытку. Но не закрыта дряхлая калитка, как будто ждет чьего-то возвращения.